также у нас начислена часть расходов посвящена военному периоду, потому что многие сотрудники Академии не только принимали участие на фронтах Великой Отечественной войны, но также и своими разработками приближали победу. Да, достаточно большую работу выполняется отделение гуманитарных наук и искусств. И завершаем космосом. Ваше Высокопресвященство, Владыка Вениамин, уважаемые высокие духовные лица, уважаемые участники встречи. Наука и вера, мы полагаем, две стороны одной медали. Вера всегда являлась доминирующим интегративным фактором, объединявшим народ в целостный организм не только в религиозном, но и общественно-политическом смысле. Христианское вероучение, христианская мораль стали главными стабилизирующими и консолидирующими факторами, на которых формировалась духовно-нравственная жизнь народа и система образования и воспитания. Глубоко уважаемый Владимир Григорьевич, руководители нашего научного сообщества, дорогие братья и сестры, сегодня мы собрались, чтобы совершить очередной шаг на нашем общем творческом пути. План совместной деятельности Академии наук и Белорусской православной церкви – это план соработничества, который направлен на построение в белорусском обществе духовного, осмысленного образа жизни. В науках существуют различные методы, ведущие иногда к выводам, которые противоречат представлениям обыденного сознания. И невольно сегодня, посещая выставку, напрашивался такой возглас: неужели так может быть? Сегодня порой создается впечатление, что нравственность и познание – это параллельные сферы, которые не обязательно пересекаются друг с другом. Развитие технологий, следующее за бурным ростом научного познания, создает такой уровень комфорта жизни, при котором вопросы нравственности и в целом фундаментальные вопросы гуманитарного познания оказываются как бы излишними. Современный человек порой даже хочет как бы спрятаться от нравственности, которая препятствует ему жить так, как он хочет. По существу Академия наук призвана осуществлять в обществе ту функцию единства, которую Кант возлагал на самосознание в масштабе бытия отдельной личности, а Бог возложил на первого человека Адама, призывая его возделать райский сад и познавать мир. Полагаю, что реализация этого призвания является целью нашего соработничества. Все это вселяет уверенность в успешность реализации задуманных нами планов, в то, что наше общее дело будет служить духовному возрастанию нашего народа и процветанию страны. И сегодняшняя программа, которую мы подпишем, она, несомненно, будет этому содействовать. Высветить какие-то, может быть, рекомендации, пожелания. Невозможно рассматривать историю народа вне его религиозных традиций. Возьмусь утверждать, что в таком сложном переплетении исторических событий на наших землях, в котором боролось все со всем и одновременно уживалось все со всем, разобраться очень сложно вне религиозного аспекта. Так, ну давайте мы уже официально так обменяемся. Спасибо.